Привет, я Андрей. Окончил в Питере академию, работал в Питерском театре у Фокина, у Додина, потом с Женей Ткачуком в Конном драматическом театре, приехал в Москву. Москва очень, очень красивый город. Играю на тубе, контрабасе, на гитаре. Езжу на мотоцикле, на автомобиле, на все это у меня есть права. Есть разряды спортивные по лыжным гонкам, например. Так что до встречи на лыжне.